Всем привет, меня зовут Сеслав, мне 11 лет, я говорю на русском. Итак, я действительно горд, что мой родной язык русский, потому что это считается одним из самых сложных языков, наряду с китайским, арабским и так далее. И это не только из-за другой бизнеса, это потому что тут каждый год правила меняются, в общем, все такое. И также очень много метафор, идиом и грамматика довольно сложная, даже для самих русскоязычных детей и вообще людей. Также я живу в Крыму, и не думайте, что тут война, там все такое. Я, в общем, не хочу слишком много зацикливаться на политической теме. В общем, на этом, это, думаю, все, что я могу сказать. Подписывайтесь на Викитанкс. Всем пока!